Сегодня мы вновь с моими друзьями решили устроить самую жаркую битву контейнеров. 4 контейнера, 4 машины, 4 участника и только один победитель. Правила максимально простые. Внутри каждого контейнера находится случайная машина, заранее подготовленная другим человеком. Никто из нас не знает, что находится внутри. Каждому участнику достается случайным образом автомобиль, на котором будут проходиться все 4 испытания. Участник, набравший наибольшее количество очков по прохождению всех испытаний, забирает главный приз. Всем огромный привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Олежа Кофе и добро пожаловать в GTA 5 RP на сервачок Sunrise. Ролик получился безумно интересным и, конечно же, драйвовым. Вам, так что обязательно досматривайте до конца. Вам я хочу пожелать приятного просмотра, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и подписываться на канал. Мы начинаем, поехали. Ну что ж, команда, я надеюсь, что каждый из вас готов сегодня побороться по-настоящему в нашей легендарной битве контейнеров. Ну что ж, друзья, правила остаются прежними. У нас есть 4 контейнера, внутри которого находится одна машина. И мы по-прежнему не знаем, что находится внутри, потому что машину подготавливал другой человек. Рандомным образом нам достается один контейнер, мы смотрим, что находится внутри, и та машина, которая нам падает на той тачке, каждый из участников будет выполнять наше испытание. Ну что ж, парни, давайте сразу определимся, да, вообще, кто какой контейнер хотел бы получить. Я первый. Ты первый, хотел бы первый контейнер получить? Я рулетки, мне похрен такой контейнер. Хорошо, я последний. Нет, я третий. Все, позорожно. Ну что ж, дамы и господа, прямо сейчас мы начинаем крутить наше колесо удачи, и давайте смотреть, какая машина достается Артему. Итак, Артемка, твой контейнер под номером 2. Но пока не бежим, вместе побежим, вместе не будем смотреть. Я делаю так, второй Санечка, ты. И тебе достается контейнер под номером 2. Вы будете выполнять испытание на одной машине, я вас поздравляю. Да, я шучу. Саня, иди сюда. Второй контейнер уже занят. Артему достался второй, поэтому второй уже занят. Я вот момент не понял. Саня, вам достается контейнер под номером 3. Пашенька, знаешь, какой контейнер достанется мне? Мне пофиг. Мне достается 4-й контейнер, Паша, тебе достается контейнер под номером 1. Итак, дамы и господа, давайте откроем занавес и посмотрим, что находится внутри. А ну-ка, погоди. Ой, нет. А что вы делаете? Олег, я делаю подсъем. Какой это вот тут сюда тачку делал? Вы гоните? А Паша, что за машина достала? Нормальная, блин, вообще? Вам нормальная машина? Вы посмотрите, что мне досталось. У меня пэха, семерка. У меня бизнес-класс, блин, у вас нормальная. Ну ё-моё. А все, хуй ты не выйдешь. Пошел, блядь, нахуй. Нет, реально, если так посмотреть, то вам тачки лучше, чем мне выпали. У меня бэха, семерка, у вас Э63 купе, ЦЛС и бэха М5. Блядь. Что делаешь вообще, а? Ну что ж, друзья, прямо сейчас мы берем эти машины, едем их прокачивать по максималочке и будем приступать к нашим испытаниям. Можете пока что в комментариях предположить, как вы думаете, кто же сегодня победит. Итак, друзья, прямо сейчас мы готовы представить вашему вниманию все те 4 аппарата, которые у нас по итогу получились. Как вы видите, каждый из участников, наверное, кроме Сани, решил... Не, ну ладно, Сани тоже. Решили сколхозить все свои автомобили. Отстань. Кто колхозил? Алло, это стиль. Это стиль сейчас такой, да? Это сейчас такой стиль, да? Ну, ребят, просто по 10-бальной шкале, ну вот просто в комментариях спуститесь, просто оцените, да, вот уровень колхоза просто на 10-бальной шкале. У нас сегодня, ну, гонки, да, поэтому я решил поставить диски, так сказать, подгоночки у нас сегодня, да? Ну, чтобы только вы не стояли. А так машина целая у меня под бизнес-класс Яндекс.Такси. Саня, заколхозил машину тоже немножечко слегка, так сказать, да? Цвет нормальный. А Паша сел, Паша вот прям реально Яндекс.Такси. А это что такое? Посмотри диски, Олег. Что ты сделал? Ну что ты сделал? Посмотри диски, Олег. Что вы понимали, это единственный человек, кто поставил себе на BMW диски от Мерседеса. А что вот это такое? Что за выхлопная труба? Паша, ты что с машиной сделал вообще? Это чтобы все мои друзья, если, короче, нету рядом, вот, там стульев, там табуреток. Золотая просто машина, кошмар. Не ебет. Просто кошмар, просто кошмар. Но я не знаю, ребят, но уровень колхоза... а ты что с моей машиной? Нормально вообще, а? Ты мою машину поставил? А что с моей машиной? Куда моя машина полетела? Куда моя машина летит? Что с ней? Все, я поменял. Спокойно, нормально, все. Но все равно Саня заколхозил. Ладно, друзья, все, на этих аппаратах выбрать. Да нормально, нормально. Поясни. Нормально.
Нормально, Сань, нормально. Тюнинг, понятие субъективное. Спасибо большое, спасибо, что убили. Все, друзья, мы приступаем к нашим испытаниям. И там уже один участник, который наберет больше количества баллов, побеждает и забирает главный приз. Первое испытание – Drag Racing. Задача участников – выжать максимум своих автомобилей, проехав короткий прямой отрезок трассы. Чья машина окажется быстрее, тот и победил. Ну чё, парни, я надеюсь, каждый из нас готов приступить к первому испытанию, потому что ну тут у нас лишь только прямая, лишь только огромный длинный прямик и все мощности нашего автомобиля. Честно говоря, из-за того, что мы впервые сейчас будем делать это испытание сразу первым, то вот тут уже реально непонятно, какая машина может приехать к финишу первой, а какая последней. Потому что мы не знакомы с этим автомобилями. Ну что ж, 3, 2, 1! Да, у Паши, кстати, машина подрывается очень жестко. И ебанутые права не пошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, семерочка, БМВ! Бизнес-такси, давай, наказываю! Бизнес-такси, говорю, кого-то... Вы что там сосёте, ребята? Так, ну, я предлагаю так, просто, ну, для проверочки, да, еще в обратную сторону скататься, да? Не-не-не, просто для проверки, ну, для закрепления результата. Просто для закрепления результата, сейчас в обратную сторону так же делаем. Вот, Паша, вот сюда, с лайком, и все. Так, ну смотри, пока что по первому заезду какой результат у нас был, да? Значит, Саня первый, Артём второй, я третий, Паша четвертый, да? То есть вот такой вот пока что у нас результат. Так, все встали, все готовы? Да, давайте. На счёт три. Раз, два, 3! Опа! Но. И куда? Ну нормально вообще сидел? Ну нормально вообще, а? Вот на целый эси, а? Вот эти... Вот эти... Опа! Опа! Саня, до финиша первый долетел просто опять! Не-не-не-не-не-не! Давай-ка стой! Подожди, стой! Давай-ка стой! Подожди! Давайте реально адекватно заезд сделаем, да? Вот. Раз! Два! 3! Не, ну у Сани тачка вырывается однозначно вообще вперед. Вообще отлично. Ну подожди, а чё Артёмка там, а? Ублюдская машина. Не, ну кстати, Артём... Что у меня за проваги, это пиздец? Ну кстати, да. Ну да, ты ТП-шишься немножко. Ну кстати, да. Меня ебануто ТП-ши. Не, ну Артём меня догоняет. А Паша под пакетиком... Не, я тебя спокойно... Ой, блин, бой! Не, ладно, смотри, я думаю, что мы можем закрепить результат первого, соответственно, первой гонки, значит, мы закрепляем следующий результат. Саня занимает первое место, Артём занимает второе место, я занимаю третье место, и Паша занимает последнее четвертое место. Ну что ж, это итог первого испытания, а мы тем временем приступаем ко второму. Испытание номер 2. Экстремальная гонка. Каждый из гонщиков должен преодолеть самую сложную гонку в их жизни. По всей карте разбросано более 60 чекпоинтов, и первый, кто преодолеет все и финиширует, побеждает. Ну что ж, друзья, мы для вас реально приготовили самую масштабную, самую непредсказуемую гонку за все время наших битв-контейнеров. Ну что ж, парни, я вам реально желаю удачи. Масштаб не самый простой, поэтому я реально желаю удачи. Тут уже реально справится прям настоящий Шумахер. Ну что ж, на счет три начинаем, я запускаю и понеслась, родная. Ну а чё? Все двойку сразу нажмите только. А зачем? Ну куда ты? Что это за прикол в самом начале? Что это за прикол? Легенда. Просто реально кто-то из вас под... Саня, нормально вообще все там, не, а? Да. Тихо. Ну не, ну кто подрезал, ну откуда ты вылез, блин? А, Санечка, заборчик поцеловал, нормально. А, меня еще этот раптор херанул. Это нормально, Саня. Что за улыбка, что за унижение? Иди отсюда. Я что-то, знаешь, я на секунду камеру, эту карту выключил, я думал, я запомнил маршрут весь наизусть, а нифига. Так, ну пока. Блять, тварь. Нормально, давай. Короче, самое опасное это в городе. Самое опасное вот часть это в городе. Да, ты сейчас поставил метки прям через густонаселенные районы. Я знаю, Саня, ну как? Вот, идиот, Олег Кофе, ты вообще не умеешь метки ставить. Куда Кемера, блин, а? Ну, Артём не может. Артём не может победить. Я не могу, согласен. Я вначале сейчас мне прям нравится то, что мне Паша прям дышит спину. Саня прям дышит все спину, так что погоди. Подожди, а где вы? Я только из аэропорта вот этого выезжаю. Кого там, чего там? Нормально. В смысле, вот, у меня там машина снесла. Ну что, нет, не ставил такие кривые, скажите мне, блин, а? Конченый. Ну подожди, ну все, у меня машина не... Да у меня есть, короче, друг, у меня машина не вывозит, я не могу вас догнать. Олег, надо, блядь, надо. Какие Олег, вы! Идите нахуй! Кто реально метки эти ставил, скажите, пожалуйста. Ты! Я не... Неправда? Неправда? Да! Доказательство, пожалуйста, в студии, пожалуйста, можете создатель предъявить? Создатель гонки, ты запускал ее. 1, 2, 3, было от тебя. Налево. Нет, смотри, иногда стоит реально пропустить твоего соперника вперед, чтобы он допустил ошибку, а ты заранее понял, чтобы этот... Я тебя чела сбил, прости.
Давай. Тихо, аккуратно. А можно FPS мне завести, пожалуйста? Блин, у меня, короче, проблема в чем заключается. У меня машина, она длинная. Она очень длинная, что это бэк. Не, у меня, кстати, длиннее. Ну спасибо, блин! Да почему ты не взялся? Да кто такие чекпоинты ставит кривые? Боже мой, я ненавижу тебя, убейся! Он ничего, за что так это? Заслужил, Олег! Это ты, да, Олег, ставишь метки? Нет, не я. А просто, ну, жалко автора гонки. Мне сейчас звонят, блин, ну не надо мне звонить, пожалуйста. Ответь, Олег. Я за рулем не разговаривал, мне опасная гонка. Да. Тихо. Где Артём? Куда он уехал? Сейчас, скажите, я пожалуйста. Не знаю, блядь, я вот еду сейчас, только проезжаю гетто, где эти желтые чипы. У нас есть еще где-то в районе 60-70 чекпоинтов, пацаны. Ну поэтому охуеть, гонка просто реально обещает быть очень насыщенной, да, и господи, очень интересной. Да господи, какой отвратительный чекпоинт! Аккуратно. Прям на перекрестке и докатайся, направо тебе прямо или налево. Так ты на карту поглядывай, Санечка. Ты глаза это открой, посмотри на карту хотя бы разочек. Да тут такой чекпоинт-то конченый поставил. Нормально я поставил чекпоинт. Мы до студии, Саня, добрались. Саня, nice. Не надо там подпугивать на автора, на создателя карты. Слышишь, а? Не надо, Санечка. Тихо. Я аренду вот проехал. Уже там? Чего? Только проехал. Не может быть такого, чтобы ты был там. Какую аренду, только подожди? Проехал. Вот аренду? Надо мне прям встретиться с этим вот человеком. Я последний, домов. Короче, забейте. Я что-то не понял типа особо. Подожди. Чё? Я пока не понял, где ты там, слышишь? Какая аренда домов-то? Ну, блядь, там к пляжу едешь когда? Вот, я вон там вот. А, врет. Врет и не краснеет, просто да. Ты посмотри. А ну, краска, врунишка. Кто? Кто поставил через вот эти вот штуки, которые взрываются? Артём, я тебя вижу, я так дал тебе, давай, Пешечка, давай! Эй, иди нахуй отсюда. Не ты, Олег. Я понял. Машина, которая меня боже мой, кто ж поставил туда, блин, эти стулья-то, а? Не, я вообще, Бэха семерка, блядь, это самое, я не знаю, я спасибо, не знаю, точнее, я знаю, кто занимался подбором автомобиля пока, на сегодняшний день. Олег, я твой рот ебал. Ну, я не знал, что так будет, я тоже на такую же ошибочку наступил сейчас, понимаешь, так что мы в одной лодке ты не находимся. Наступай. Не, я, блядь, знаю человека, который готовил нам машину на сегодняшний день, я хочу реально ему сказать спасибо за то, что он добавил Бэху семерку, потому что это самая неудобная машина, блин, для тех гонок, это вот прям машина. Чего? Что за чекпоинт? А, это, наверное, тот поворот, да, Артём? А, обманул. Смотри, как делают, Артёмка. Бля, чтоб ты понял, я еду, я вообще, типа, похуй мне. Ага, конечно. Потеет что-то, Олег, блядь, вроде пытается. Вроде бы чекпоинты, Олег, кофе. Вообще, я ненавижу чекпоинты. Да ты как, ты чё себе сократил, как ты, чё? Да, блядь, ну да. А, я вот говорю, так я играем, да? Я на чиле головой думаю, понимаешь, а не жопой. Поэтому, Олег, голову включаем, едем. Я по правилам ПДД вообще-то ехал, ну как кому бы. Кому они нужны, не а? Нарушая, превышая, только скоростную. Помним, как ты скриншоты ищешь, блядь, по всем горам ПДД. А вот не надо вспоминать, не надо. Не, я вот реально, я что-то еду ровно, понимаешь? Я вот реально на ровных движениях, и что-то в ухе у меня все время пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук. Я не понимаю, реально. Я не знаю, ты выключишь там мониторинг, типа, микрофона. А, какая же ты, так, где твои... Я только въебись меня, гондон. Ага, я с удовольствием, на самом деле, это сейчас сделал, понимаешь, Артёмка, да? Прям с кайфом. А как давно вы трассу проехали? Стоп-что, мы на рыбный заехали. Да-да-да, вот мы сейчас вот заехали на рыбный мост. Артёмка! Ебать меня, хрень, я подрезать и улетел сам. Тормозов не существует у твоей вот машины. У меня машина пиздец дрифтовая, поэтому мне за 4 километра кого надо стопаться. У тебя машина? Она реально, я тебе реально говорю, она очень за нос уходит. У тебя очень хорошо управляемость автомобиля. Безумно не, хорошая. Поверь, у меня поверь, был нет. этот ЦЛС, я катался на нем. Ну-ка. Ну вот был, а может вы уберетесь был куда-то? Чё, Саня? Уберитесь, пожалуйста. Ага, да, конечно, Санечка. Нормально, нет, за мной. Нет, там на финише прикол нас ждет, там убираться будут все. Поэтому, пацаны, пока то, да что. Я сейчас сам убрал. То, через что мы прошли, это всего лишь цветочки, поверьте а мне. А что, это финиш, что ли? Не, кого там? Ты сейчас говорю, там прикольчик, да, на финиш нас ждет. Да, блядь, надо было сейчас выехать-то с дороги. Ты... Давай. Не, страшно. Мне кажется, я столько за... Просто когда играю в GTA-шку, столько не врезаю, сколько здесь. Бля, права. Тихо. Давай. Бэшечка. Легендарная гонка. BMW против Mercedes. Где ебаный финиш? Что, нравится? Хорошая? У меня пролаги пошли. Я, кстати, вижу, да, у тебя реально пролаги. Слабости ебаные. Mercedes на колесах. Блядь, это ебень. Я хотел на обгончик тебя взять, но на обгончик хотел. На обгончик возьми. На обгончик. Тихо. Понятно. Где дорога? Вообще не видно дорогу тут никак. Пикадор. Спасибо, Пикадор, гондон, урод. О, я знаю его, я видел его.
красных. Блять, да где финиш? Не, ты гандон отворачивай. Или ну, типа, ну адекватную, блять, дорогу. Нормальная выбрать, гонка, а чем мне нравится, я не понимаю. У нас машины легковые, блять, для трассы, и... а не вот это вот дачники. И что ебаные. Не нравится, я не понимаю. Охуеть, блять, куда мне эта нравится, метка бы, ставится? Давай, давай, что, ебантяй? А выйди, я на камне застрял! Я на камне застрял, пожалуйста! Бля, я в дереве застрял. Давай, 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 давай. Боже мой, что за дороги? Бля, давай, такой давай. Еблан, я понял, что за метка. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Бля. Давай, давай. А, ты уже все. Вот она да, просто перевернулась на ровном месте. Ай, блин. Ну нет. Второе место. Разница, ну ничего страшного. Ну а второе место тоже нормально. Тоже в целом неплохо. Так, осталось только залицезреть, так сказать, тот самый момент. Да камень ебаный. Третье место. А кто займет последнее? Давайте я с вами сейчас как раз-то и узнаю. А что, где вы где едете примерно? Что они, за чекпоинты? А, мне кажется, а, я понял. Они выехали как раз тогда, когда они отображаются, типа, на карте. Давай посмотрим. Ну я вот забрался сюда. Понравилось, да, Санечка? Понравилось, да? Так, и где Паша? И где Паша? Ой, ты конченый, Олег. А вот видишь, Сань, ты говорил, Сань, что ты придешь последним. Однако нет, видишь, тебе повезло, потому что... Дай, пошел ты. Паша, здорово. О, Паша, давай, давай, давай. Давай, Паша, делай, 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 делай. Не-не, Паш, в конце прям газу дать надо, Паш, в конце прям... А вы где, вы на горе? Давай, да, 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 заехали. Давай, Паша, 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 ой, Паша, Паша, давай, давай, заканчивай. Хуйня. Заканчивай, заканчивай, заканчивай заезд. Давай, 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 давай. Тихо, делай, тихо, делай, тихо, делай. Тихо. Еще аккуратненько, где? Не торопясь, делай. Все, финишировал. Ну что, друзья, мы какой результат видим по итогу второго испытания. Значит, Артемка занимает первое место. Я занимаю второе место. А Санечка занимает третье место, и Паша занимает четвертое место. Ну что, пацаны, понравилась гонка вам? Как вообще? Ну, нам похуй. Какую гонку мне нужно сделать для вас, чтобы вам понравилось? Нормальный чекпоинт, а то чекпоинт стоит и гадай, влево тебя, вправо или прямо. Вот давай в следующий раз вы создадите гонку, и вот по вашим правилам поедем. Вот реально, вот чтобы вот без нытья, без всего вот этого, чтобы всех все устроило. Ну а мы, друзья, приступаем к третьему испытанию. Третье испытание. Гонка на время. Задача участников проехать специально выделенную трассу для картингов, но делать это нужно на машине. Тот, чей круг получится самым быстрым по времени, побеждает. Ну что ж, друзья, мы готовы приступить к третьему испытанию, где реально нужно постараться прям максимально выложиться на все 100%, чтобы проехать всю эту трассу максимально быстро. Ведь побеждает тот, кто проезжает всю трассу за наименьшее количество времени. Ну что ж, я как обычно первый, Артемка, вы симку наверх. Давай. Давай, я готов. На счет три. Три. 2, 1, поехал! Поехали! Блин, ну мне будет да, сложно. Лег, у тебя 40 секунд угу. Пошло. Мне, все, мне будет сложно, у меня очень длинная машина. Для вот такого испытания она вообще не предназначена. Ну так или... Ну все, видишь, я уже плохо в повороты. Ой, ну и хорошо, я рад. Не-не, вот у Сани вообще самая короткобазная машина, ему вообще реально проще всех будет. Не-не-не, у меня руки кривые. А, ну, то есть ты сейчас Саню короткостволом, да? Не-не-не-не-не, я ж про машину сказал. Да, и да, время, да. Время, 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 сколько, 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 не сколько, скажу, сколько. Потом узнаешь. Ах ты ж, блин, засранец. Хорош, хорош, так, хорош. Хорошо, следующий участник у нас да, Артём, и мы готовы приступить. Итак, второй участник Артём, давай, на целый ты должен проехать этот круг за наименьшее ну, давай, время. Уже. Я засекаю на таймере, на счёт три. Раз, два, три. Время пошло, дорогие друзья. Вот, пожалуйста. Да, и... Саня всю аэродинамику сбил. Не, он не ври! Не так, надо! Давай, давай, я давай. Хочу, чтобы Сане добавили 5 секунд делай, его делай, заезду. Делай, а делай, делай. 30 секунд. Давай, за давай, что? Давай, давай. За то, что... Блин, кстати, пацаны, вот отсюда прям очень хороший обзор на трассу, на самом деле. Вот он прям реально красиво. Кстати, по-моему, Артём прям очень хорошо тебя проходит, не? Как будто бы прям очень хорошо. Ну, получше тебя, он как-то быстрее. Ну, конечно, у него целый С, блин, а. Да, да. Так, и... Время. Итак, я пока не буду вам показывать результат. А я давай его... ты мне свое, а я тебе не, свое. Не-не-не, давай вот все это узнаем а в конце. Сука. Все это узнаем в конце. Ну что ж, следующий участник у нас Павел Юрьевич Клавнесе. Пашенька, давай, начинай. Да. На счет три. Раз, два, три. Время пошло. Давай, Паша, делай просто грязь. Делай прям реально грязюку. Покажи прям реально хороший результат. На свои колхозные, конечно, BMW, но что поделать. BMW. Что есть, то есть. Не сейчас, брат, оскорбляй, ты чё? Я не оскорбляю вообще, но... Оскорблял, сказал, ударился там у нас Паша немножечко, да, задел там боковой поцелуйчик, так сказать, был. Ой-ой-ой-ой-ой. Так он вообще срежу, у него реально, у него BMW колеса Мерседеса, так что это не собрат вообще никакой, понимаешь, да? Это предатель. Итак, я определил, зачем хочет лучше ездить. Время. Ну все, нам осталось будем. Узнать, значит, результат давай, последнего я. Участника, чтобы сделать уже общую сводку результатов, чтобы узнать, кто победил. Санечка, Санечка, давай. Санечка, а Санечка. Чё? Я надеюсь, ты готов. Я готов. Три, два,
Один! Время пошло. Поехали. Ну давай, Санечка, давай. Не-не-не, Паша, уедь, Сань, Паша, уедь! Не верю. Паша, уедь! Спасибо. Паша, не мешаем! Не мешаем. Ну пока, кстати, фу, очень. Проходы. Не-не-не, пока идет. Прям очень уверенно. Фу. Пока прям очень уверенно идет, Саня. Саня, пока да прям очень хорошо. Не-не-не, типа, Саня, прям. Саня, вот ты сейчас прям реально очень. Не, он прям очень хорошо проходит повороты. Это прям реально заявочка на победу. И. Время! Ну что ж, давайте узнаем общий результат, чтобы посмотреть, у кого какое очко. У кого какое очко? Значит, смотрите, как я предлагаю сделать. Артём для начала называет мой результат. То есть, не, ну, по... не-не-не-не-не-не. По очереди. Я же был первым, ладно, ты называешь давай, мой результат. У тебя 27-20. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько? 27-20. Ай-яй-яй-яй-яй. Это очень плохо. Это прям реально очень плохо. Так, у меня сколько? Я второй ехал. 26-83. Ну, блин, ну это уже, понимаю. Ну, капец, просто полный. Вот, пожалуйста, результат Артёма. Саня выиграл. Саня выиграл. Вот результат, Паша. Паша, у тебя 31 секунда, 50 доли секунд. Второй. И, Саня, твой результат 26 секунд, 36 миллисекунд. Я не знаю, но... 50 миллисекунд. Ты первый, я второй, а Олег третий, Паша четвертый. Подожди, в смысле я первый? Я первый? Я первый. Ой, Саня первый, ты да, третий. Да, вот, Саня первый, Артём второй, я третий и Паша четвертый. Ну что ж, вот такой вот результат мы получаем по итогу этого испытания. И мы, наконец-то, готовы приступить к последнему, решающему, финальному испытанию. И там, возможно... Можно уже реально будет решаться судьба одного из участников. Четвертое испытание. Дерби. Главная задача участников — не упасть с крыши. Последний, кто останется в живых, побеждает. Ну что ж, команда, мы готовы приступить к последнему, финальному испытанию нашего сегодняшнего дня. И это, конечно же, дерби. Желаю каждому из вас удачи. Как вы знаете, любой из нас может, допустив одну ошибку, сразу полететь кубарем вниз, поэтому будьте аккуратны максимально. Ну и вам я, конечно же, опять же пожелаю удачи. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вы готовы. Я думаю, давай, сейчас давай. Реально это испытание запускай. Реально может решать чью-то судьбу. Поэтому приготовьтесь. Твою. Ну что ж, на счет три. Раз, два, три. Поехали. Посмотри, Артёмка что делает? Сразу меня выцеливает! Да, у тебя машина рядом была, рядом. Кого мне, Пашу? Нет! Убрался! Ой, Паша убрался! И Паша сам убрался. Это бред. Это просто бред. Это просто бред. Ну это я не знаю как так, но это же просто бред. Мерседесы выиграли, Олег. Это же просто реально. Да, мерседесы выиграли. Ну это же реально просто полный бред. Ну вот прям полная бредятина вообще нет, а? У меня реально там тормозов у этой бэхи вообще нету. Блин, да ты заебал, Саня! Ты заебал, иди отсюда! Давайте, мужики, делайте, делайте. Но я думаю почему-то, что Саня выиграет. У него машина короткомазная. Машина мощнее, блядь. И мощнее как будто немного. Хотя, я вот здесь вот. А, нет, у меня спасибо, цвет лучше. Я вот так просто. А, блин, ну, даже драться. Даже драться нельзя. На ручке. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, очень близко. Очень близко было. Да сука, ты упадешь, нет, заебал. Аккуратно, ребят, только нас не заденьте. У меня на руках ребенок, аккуратно только, пожалуйста. Битва мерседесов от этих идиотских. У меня на руках ребенок, так что аккуратнее, пожалуйста. Давайте без этого здесь, да? Только не заденьте нас, пожалуйста. Ей-ей-ей, ну кто ж кого, кто ж кого, кто ж кого? Очень опасно. Блядь! Ему там пока... Блядь! Давай, Артёмка, делай грязь! Санечка, держись! Сука! Блин, что-то какая-то... Липни уже, сука! О, дрифт парный! Ну чё, как-то очень прям жестко. Ой, опускай. Ой. Да почему? Допустил ошибку, Саня. Фатальная ошибка. Какой накал срастить, а? Давай. Ну капец. Давай на деньги. Ну что ж, по итогу. С чего деньги-то? Погоди, общий результат. Да я выиграл, тут уже все понятно. Общий результат надо посчитать. Итак, по итогам четвертого испытания мы видим следующий результат. Я занимаю последнее место, Паша занимает третье место. БМВ сегодня, к сожалению, проиграла. Значит, Санечка у нас занимает первое место, и Артёмка занимает второе место. Давайте сделаем общий подсчет очков и узнаем, кто же сегодня победил. Фух, ну что ж, я сделал общий подсчет очков, и пацаны, результат вас правда удивит. Давай деньги. Давайте начнем с конца и закончим с этого первого места. Да, уже все понятно, итак, давай, Лев. Последнее место занимает у нас Павел Юрьевич Клавнеси, набрав 5 очков, 3 испытания по одному очку, и только третье в последнем место, месте. И только в последнем испытании 2 очка. Третье место, крутой. К сожалению, сегодня занимаю я, набрав 8 очков. Сегодня удача была явно не на моей стороне. Но машина объективная у меня была вот прям вообще не под испытание. Третье место у нас... Ой, третье. Второе место! С разницы в разрыве в одно очко у нас уходит даль немножечко, конечно, ураган, потому что второе место у нас занимает Саня, а первое место занимает у нас Артём. Вот такой вот результат. Я же говорю, результат
кто-то судит. Я же говорю. Не, почему? Саня уже начал. Денежки там вообще дать, а? Почему? У меня три первых... Ну ладно, ладно, я на самом деле немножечко вас обманул. Я вас немного обманул. У Артема 13 очков, у Сани 14 очков. Между вами разрыв одно очко. Ну что, Саня, я тебя поздравляю. Ты забираешь главный приз. 5 миллионов баксов сегодня отправляется в твой кошелек. Поэтому я тебя с этим поздравляю. Ну а вам, друзья, хочу сказать огромное спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, вы поставили лайк и подписались на все наши каналы. Мы по-прежнему продолжаем играть на проекте GTA 5 RP. На серочке, если нравится, заходите и играйте вместе с нами. И не забывайте вводить наши промокоды, которые дают самые жирные и самые огромные бонусы. На этом сегодня, друзья, все. Огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока. Пока.